Я не знаю, куда еще идти. Какие стены еще стучаться, обращаться. Я просто устала. Помогите, уважаемые люди. Помогите, пожалуйста. Не оставьте мою внучку без угла. Стены в доме отошли. Я стою на коленке, протягиваю руку до плеч, туда 15-ю квартиру. Бревна от потолка отошли. Это в спальне, где мы с ребенком спали. В прихожке такая же история. Полы находятся в вертикальном состоянии. Это ужасно. Вскрыли крышу. И один из молодых людей 15-ю квартиру, головы чуть не нырнул. Понимаете? Mm-hmm. Ходить там по крыше невозможно. Все, вот, все ходуном ходит, понимаете? Потихоньку спускается. Шкафы только меняю, чтобы не, это совсем не упасть. Но это вот последнее, это уже я вообще не вытащу. Уже ничего не поставлю. Ну, вы говорите, были 2,70, а сейчас? 2,70, а сейчас, ну, сейчас, наверное, 1,70 и я чуть-чуть не достаю. Тут вот тоже вот уже шкаф придавило мне в коридоре. Уже дверца плохо открывается, закрывается. А что, не развалится дом-то, как думаете? Развалится. Он разваливается. Сейчас сверху крышу разобрали. Да, мы сейчас пойдем будет туда. Бежать. И сейчас вот будет вода таять по дому. Вот нас затопило. Да. Первый этаж полностью затопило. Да, 2 месяца топило. Месяца, да. Вода текла, и первые этажи в 2 подъездов были залиты водой. Вот я проснулся, и вот гипс. Я сам долбил, когда в руках сил был, а сейчас я не могу. И старость берет свою бодрость. Ну да, 75 лет, да. Конечно. Тупо. Тут этаж светится. Дверь. Угу. Давно так осел? Вот так вот идет. Видите, угу. Как вниз стеной ходит. Потолок. Не потолок, а дверная, проем дверной. Я закрыл здесь, а светом идет. Вот здесь вот капает. Сделали хомут. Вот этот. Какой, ну, хомут-то кинули. Здесь стекло прямо на это. На счетчик. На счетчик. Не на счетчик, и на электричество. Вот здесь в коробку электричества. Угу. Вот он. Провода идут. И сюда. Сколько у вас тут квартплат получается? 4000. У меня инвалидная песня. По сердцу. 4 инфаркта перенес. А вот здесь вода с Биркин стоит. Да. Нам выдали постановление вот это вот 10 января 2017 года. Mm-hmm. Поэтому мы не попали в эту пятилетку, которая вот сейчас вот по переселению. Сказали, ждите до 2025 года, мы никак вас не можем никуда переселить. Предлагают нам маневренный фонд 6 квадратных метров на человека. Говорят, если кому некуда, мы вам предоставим общежитие 6 квадратов на человека. И вещи все перевозите, мы будем делать капитальный ремонт дома. А что его делать, непонятно, если износ дома был в 2017 году 98%. Дома, которые признаны в 2017 году, получат где-то в 2025 году. Еще под вопросом. Еще под вопросом, и мы теперь не знаем, как нам быть. И вот нам сказали маневренный фонд на 6 квадратных метров. Как хотите, так и живите там. А 6 квадратных метров? А тут сколько у вас? Тут 33, не 36.
Ну вот так и живут жители самой богатой республики в России. Где еще я читала, что у нас средняя зарплата составляет порядка 70 тысяч, хотя мы получаем 20-25 максимум. Вот так вот и живем.